Эсминец – это корабль 20 века, предназначенный для патрулирования эскорта противовоздушной обороны и уничтожения подводных лодок. Первые эсминцы были легкими судами, не предназначенными для плавания в океане, если только их не сопровождали тендеры с дополнительным топливом. Ко времени Второй мировой войны скорость и маневренность эсминцев возросла, а достаточно вооружения и припасы позволяли совершать океанические переходы. Эсминцы несли зенитные орудия, легкие противокорабельные орудия, торпеды, глубоководные мины. Они сопровождали группы авианосцев, патрулировали воды в радиусе нахождения более ценных и крупных кораблей, отслеживали подводные лодки и обеспечивали противовоздушную оборону. Кроме того, эсминцы сопровождали конвои и патрулировали районы гавани и побережья. Служба на борту эсминца Второй мировой войны была нелегка. Всего за время войны было уничтожено более 220 английских, американских, австралийских и канадских эсминцев, по большей части в ходе воздушных налетов. Здравствуйте, любители компьютерных игр, почитатели цивилизации. Мы играем Civilization 5 Gods and Kings. В прошлой серии, вернее в позапрошлой, мы заключили мирные договора с нашими врагами. И прошлое было такое мирное обустройство нами захваченных городов и все такое. В этой не знаю, кончится ли договор, мирный договор с этими государствами, но думаю, что нет, поэтому продолжим развиваться. Ядерная физика уже на подходе. Изучим силу расщепления атома и будем жарить супостатов атомными бомбами, баллистическими ракетами. Так, Ватикан звонит о вере. Ладно. Вот, влияние на Квебек снизилось. Я что-то ни с какого перепугу не помню, чтобы мы с Квебеком когда-то дружили. Квебек. Ну да черт с тобой. Выбираем проект в городе Мекка. Они построили мастерскую. Так, пусть построят нам... Ну, не нам, себе, амфитеатр. Проект в городе Гордий. Построили театр. Постройте замок. Или оружейную. Нет, замок лучше. В городе Медина закончилось строительство ГЭС. Так. Жандармерию или замок? Пусть будет жандармерия. Выбираем проект в городе Наджиран в нашей нефтяном крае. Рекомендуют построить двор сатрапа. Но у них еще нет акведука. Строить акведук, ребятки. Тут, кстати, кратер Баринджера у нас. Город Палинке. А, нет, не город Палинке, это наши пехотинцы. Ждите ответа. Самолеты ничего не делайте. Танкетки, давайте-ка встанем на дежурство. Ты пока спи. Спит. Так, около города Медина не осталось больше обработанных клеток. Необработанных, вернее. Давайте тогда строить железные дороги. Потому что это круто. Город Мекка, скажем. Так, вы стойте. Авиация для нас, вернее, для Ханоя не достает немного. А если мы перебазируемся в Иргиле? Из Иргиля, интересно, достанет ли? Попробуем. Так, вы стойте.
А вы атакуйте. Ханой. Возможно, даже помощь авиации не так уж сильно понадобится. Мы своими двумя линкерами вполне неплохо справляемся. Так. В принципе, вы с одного хода захватите, да? Ну, тогда стойте там, не дергайтесь. Так, ребята построили ферму. Что-нибудь это нам дает? Я не думаю, что это что-то нам такое дает. Ну да ладно, пусть будет. Так, идем сюда. Предлагают построить торговый пост, но мы лучше построим рудник. Пулеметная рота. Укрепляйся. Ты, пожалуй, встань на дежурство. Вильгельм Завоеватель. До лучших времен. Спит. Встаем на дежурство. Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Ты с моряка, как быстро ходы летят. Так, когда же здесь суд все-таки? Построят. Так, ребята. Что вы строили-то, я не пойму. Но по-любому будете строить железную дорогу до города Наджран. А, вы построили там? Блин, это железная дорога? Да, черт возьми. Иди сюда. Извините, что я сгоняю. Ну, селяви, как говорят узбеки. Так, вот и наш Архимед прибыл. Город Нанкин. Увеличить производство. Приказ великому человеку увеличить в городе объем производства, при этом великий человек исчезнет. Давайте посмотрим. Нам 70 ходов до постройки Нойшванштайна. Увеличиваем. 30 ходов. Шикарно. 40 ходов скостил. А у нас на подходе еще, по-моему, два великих инженера. Следующий ход. Думаю, следующим великим инженером мы все-таки достроим Нойшванштайн до конца. Чё ты замышляешь, гаденыш? Смотрите-ка. Меня все-таки смущает вот эта клетка с горою. Она принадлежит Майя. Но там строится мой Швенштайн. Удержав Греции, нечего украсть, нам заявляет Марьян. Но ничего страшного, ты следи за ними, главное. Так, город Фарсала. Построил амбар. Весьма слабенький такой городишко. Зато рядом есть нефть. Рыба. Ну давайте нефть оставим на... Мы купим лодочку, а так пусть он строит что-нибудь вроде стен, наверное. А лодочку мы купим. Рабочая лодка. А, кстати, у нас хватает очков веры, чтобы купить, скажем, в Багдаде. Купить в Багдаде пагоду. И уже следующая пагода будет стоить дороже, я так понимаю. Ну-ка. Нет, также 800. Ну ладно. Так, выбираем проект в городе Гуанчжоу. Они закончили строительство полицейского участка. Лабораторию предлагают увеличить науку на 50%. Это сколько же будет? 116, что ли? Военная академия, военная база. Пусть будет военная академия. Выбираем проект в городе Тарс. Они построили больницу. Пусть строят жандармерию.
Город Белград закончил строительство морского порта. Ветряная мельница. Пусть будет ветряная мельница. Проект в городе Сиань, конюшня завершена. На очереди. Тихо, тихо, тихо. Пусть будет музей, увеличивает культуру города. Пехотинцы стоят. Авиация стоит, ждет своего часа, артиллерия стоит. Так, ребята, вы обрабатываете клетку города Сузы. Есть еще необработанные клетки вот здесь вот. Тут у нас болото. Так, линкоры. Обстреливаем город Ханой, он лечится. Успевает лечиться. Хорошо, жахнули. И опыта, кстати, набирают бойцы. Так, вот наша авиация. Ну-ка. Ой, пардон. Блин. Отлично, попадаем. Думаю, четырьмя отрядами мы снесем сейчас до минимума защиту города Ханой. Неплохо, совсем неплохо. Этот второй авиационный удар вообще мне шикарно понравился. Так. Наноси воздушный удар. О, шикарно. Все, снесли до минимума. Можно захватывать, в принципе, город. Ну, давайте для верности еще разок жахнем. Чтоб погрести под пеплом осколков всякие надежды на спасение жителей этого города. И, собственно, пехотинцами занимаем город Ханой. Да. И Ханой наш. Так, мы получили 184 золота, захватив город Ханой. Недовольство увеличится на 10. Согласен. Ну, все, западное побережье наше. Рим маячить на горизонте. Так, Греция больше не союзник Ханоя. Суд. Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Надеюсь, мне сообщат о том, что я могу как бы атаковать эти государства. Кто тут у нас? Аркебузиры. Фу, позорище какое. Пропускаем. Так. Танкетка, куда тебя? Давай поближе сюда, к Каринфу. Тут и стой. На страже. Давай ты тоже на страже встань. На дежурство. А вот смотрите, статус свободы около города Палинке. Прикольно. Ну, следующий ход. Так, вот и артиллерийская пулеметная рота подошла к городу Полинке. Так, вы, ребятки, выходите. Вы, ребятки, заходите. Так, вы уже зашли. Укрепляйтесь. Степан Осипович Макаров прибыл в зону боевых действий. Теперь будут тусить вместе. Так, эти куда плывут? Интересно мне знать. Так, ну, ничего не делай.
Так, ты будешь у меня для красоты. Так, Рим заключил мир с Англией, что ли? Куда плывем-то, майянцы? Так, Октавиан Август готовит заговор против Елизаветы. Ну давайте скажем, что ли. Елизавета. Oh, it's you. А ты знаешь, I'm что listening. Рим против тебя заговор готовит? Благодарим вас за сведения, говорит о римском заговоре. Теперь мы сможем подготовиться к любым их действиям. Ваша помощь неоценима, мы об этом не забудем. Ты знаешь, You're saying? у тебя жемчуг есть. Что ты хочешь за него? О, что ты хочешь? Сколько ты много хочешь? Нет. Кто обычно много хочет, как показывает практика, получает от меня совсем не то, что ожидает. Так, налажен торговый путь между столицей и городом Ханой. Так, они заключили мир, но Октавиан Август все-таки готовит против Елизаветы заговор. Город Мекка построил амфитеатр, пусть строит еще оперу. Выбирай проект в городе Персиполис. Никаких новых чудес света не появилось. Но пусть будет больница. Город Пасаргады построил больницу. Двухмоторный бомбардировщик. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Триплан Улана, пехотинцы из зенитной пушки, артиллерийская батарея, эсминец. Ближний бой, 55 мощь. Может обнаруживать подводные лодки. Перехват 40. Нападение на подлодки 100%. Чего такое? Недоработка. Двигатель внутреннего сгорания. Ну, пока он мне без надобности, если честно. Линкор, авианосец. Да тоже, в принципе, нафиг нужен. Хотя здоровье. Давайте одну такую авианосец сделаем. Будет прикольно, по-моему. Город Гордий построил замок. И хочет дальше строить, что у нас? Музей. Выбираем проект в городе Бактра. В городе Бактра это будет. Ну-ка, что тут у нас? Да, неплохо. Тут у них морские клетки есть. Пусть будет морской порт. Они обрабатываются? Они обрабатываются. Неплохо. Выбираем проект в городе Дамаск. В городе Дамаск. Тоже морской порт, что ли? Пусть будет тоже морской порт, потому что они надоели своими морскими клетками. И единственная морская клетка, которая работает, это вот это и все. Город Чичен-Итса построил больницу. Город Чичен-Итса. Пусть строят они. Фабрика. Да, можно фабрику построить. Культура радиовышки. Давайте радиовышки. Проект в городе Эргили. Наконец-то они медленно вообще-то работают. Город Эргили, город Дариуш Кабир. Так, арену построили. Постройте-ка еще, знаете что? Амфитеатр построить, вот. Так, вы, ребятки, пойдете на штурм города Тулум. Поэтому сюда. Так, как мы расставим войска? Подожди, назад вернись. Эти пойдут сюда, эти пойдут сюда, эти пойдут сюда, скажем. Эти пойдут сюда, эти пойдут сюда. Все нормально. Так, болото. Предлагает построить ферму. Согласен. Так, захватили мы город Ханой. Авиация у нас
Лечится. Так, дальнейшие действия нашего флота. В чем заключаются? Ну, на север, я думаю, мы не пойдем. Мы пойдем сейчас, ну, на Каринф. После Каринфа пойдем вот сюда. Здесь какой-то город, мне кажется. Я пока не вижу его. Блин, здесь проплывем мы. Проплывем мимо Ватикана. Сюда, на север. Здесь, в принципе, этот остров можно оплыть. Посмотрим, что у него здесь. Будапешт. Ну, давайте, да. Флот тогда у нас идет туда, на юг. Поэтому выдвигаемся. Так, пехотинцы пока лечатся. Здесь, кстати, тоже можно с города Фарсалы отправить пулеметную роту. Ну, попозже чуть-чуть. Кстати, о пулеметах. У нас уже 3700 денюшек есть. Денюшек. И мы продолжаем модернизацию наших войск. В городе Тарс. Так. Город Гордий модернизируем. Персиполис модернизируем. Так, здесь есть? В Медине есть. В городе Сузы модернизируем. В городе Белграде модернизируем. В городе Чин-Ица модернизируем. Так, здесь есть. В городе Гуанчжоу модернизируем. В городе Шанхай модернизируем. В городе Пасаргады модернизируем. Так. В Экбатане. В Нанкине. Да. В Пекине есть. Шанхай. В Сиане есть. Полинки есть, в этом есть. Все. Везде вроде бы есть. Сюда сейчас приедет. Везде вроде порядок. Так, ну давай отправим нашего сюда вот. А Фарсали прикупим. Пулеметную роту. Так, стоим, артиллерия. Рабочая лодка. Рабочая лодка у нас, ну-ка, на нефть. Строй нефтяную платформу. Еще прикупим одну лодочку. У нас там есть еще рыба. Как-то так. Так, пулеметная рота в городе Поленке. Укрепляйся. Самолеты. Ничего не делайте. Так, ну выступаем, что ли? Пока здесь. Ну-ка, ты на клетку можешь зайти? Можешь. Хорошо. Он всегда должен быть под охраной, то есть великий флотоводец. Потому что его могут уничтожить. Уланы. Стоят. Артиллерия стоит. Рабочие наши. Тут рядом с городом Ханой, в принципе, все клетки или не все. Можно прикупить вот эту клеточку. Ну-ка. 185 монет. Можем себе позволить. Соединили таким образом наши границы. Ну, давайте, стройте дорогу до Дарюш-Кабира. Так, артиллерия стоит, ждет своего часа. Стоим. Следующий ход. Между тем, на дворе 1953 год.
год смерти Сталина, если я не ошибаюсь. Вот. А в каком году, то есть, я заключил мирный договор? Я что-то не посмотрел. Надо будет обращать на это внимание. Так, мы с Квебеком больше не друзья. А, ну может быть, Квебек был моим другом, как бы. Вот, потому что... Высвобожденная ядерная энергия изменила все, кроме нашего мышления. Поэтому мы медленно близимся к катастрофе невиданных масштабов. Альберт Эйнштейн. Очередное высказывание великого человека. Так, мы обнаружили уран. Уран. Рядом с городом Медина. А здесь что у нас было-то? Ничего не было. Лес был, да? Так, хорошо, будем знать. Эти ребята построят дорогу и вернутся к добыче урана. А, источник урана рядом с городом Персиполис. Прям вот здесь, да? Здесь у нас ничего не было. Джунгли были. Да, он в границах города. Ну, здесь два отряда рабочих. Вот этот, по-моему, освободился. Пойдет сейчас сюда. Еще один источник урана рядом с городом Сиань. Блин, их так много, я не запомню. А, нет, пять. Рядом с городом Сиань. Медина, Персиполис, Сиань. А, тут же рядом с Пекином. И рядом с Поленки. Вот как хорошо мы его захватили, ты смотри. Хорошо, будем знать. Так, влияние на Алмату снизилось. Вы и Квебек больше не друзья. Так, Квебек. Мне с тобой надо очень серьезно поговорить. У тебя союзник Майя, да? 44 влияния, чтобы стать их союзником, обогнав майянцев. Давай пообещаем тебе защиту. И золото дадим. Так, это будет 29 очков. 39. Это будет... сколько там? 25 плюс 29. 50. Что-то башка не работает. Так, 64. 54, то есть. Чтобы союзнику надо... Ну, давайте 1000, что ли, дадим. Давай 1000 дадим тебе. Во, союзник я. Все. Будешь поставлять мне нефть, лопок, железо и уголь. И... Что ты там еще делаешь? Пищу, да, в столицу будешь поставлять. Это другое дело. Нафиг тебе эти майянцы, они скоро сдохнут. А, тот факт, что мы были осуждены державой Аравии, больше не имеет значения. Ну, ладно. Итак, ядерную физику мы изучили. Смотрим, что изучаем дальше. А дальше мы изучим, пожалуй, пенициллин. Модернизируем наши пехотные юниты. Это морских пехотинцев. Город Дарюш-Кабир. Произвел каменную мастерскую. Будет строить теперь у нас просто мастерскую. Да. Выбираем проект в городе Шанхай. Проект Манхэттен, смотрите-ка. Так. Проект Манхэттен просто позволяет городам производить атом-бомбы и ядерные ракеты. Но это мы пока не будем делать в городе Шанхай. Сделаем мы здесь оружейную. В городе Медина построили жандармерию. Биржу, может быть, построить. Да, золото будет прибавлять к нам. Золото там и так неплохо, но много золота не бывает. Строим биржу. Так, пехотинцы. Ребятушки, укрепляйтесь, это наши войска, которые модернизировались. Так, а мы держим путь на юг.
А можно было бы, допустим, раз эти подводные лодки, их как бы не видно, да? Ну, надводным войскам. Можно было бы инкогнито их уничтожать, то есть корабли противника там и так далее. Было бы кайфно, по-моему. Так, ладно, давайте-ка на дежурство вставайте. Будем ждать окончания мирного договора. Нам ничего не остается, потому что быть беспринципным агрессором я не согласен. Хотя... Так, пулеметная рота, укрепляйся. Рабочая лодка. Плыви сюда. Так, это во владениях? Это во владениях, хорошо. Строй рыбацкую лодку. Укрепляемся. 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 Город Сузы укрепляемся. Белград укрепляемся. Чичен-Итса укрепляемся. Здесь все по-прежнему. Бомбардировщики стоят на стрёме, эти тоже. Они, походу, еще и вылечились у меня все. Замечательно, в городе Тарси укрепляются войска, в городе Гордий, в столице нашей родины. Так, ребятки, освободились, добываем уран. Вперед. Так, вы у нас в городе Медина, да, по-моему? Так, Суза, где у нас Медина, 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 Медина? Блин, когда много городов. Да, вот он. Забываешь, деда, чё? Ну и все, в принципе, мы будем добывать уран. И провозгласим себя ядерной державой, наконец-таки. На этом серия подошла к концу. Увидимся в следующей. Чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки, кому что-то есть сказать, оставляйте свои комментарии на канале. Всем желаю всего доброго, увидимся, пока.